Всем привет, с вами Сам. Как вы видели, в YouTube произошел сбой. Вот, есть даже новость от Лента.ру. В работе YouTube и Google произошел сбой. В работе поисковой системы Google, а также принадлежащей ей почтового сервиса Mail и видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса. С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Вот есть еще новость. Посмотрим. Вот то же самое. Давайте посмотрим самое основное. Данным Down Detector, сайта, который собирает отчеты о сбоях в работе онлайн-сервисов, проблемы в работе платформ резко возросли примерно в 6:30 утра по времени в США или 17:30 по времени города Нур-Султана. Главный сайт Google по-прежнему работает. Однако некоторые пользователи сообщили о том, что не могут зайти в систему. Да, я вот тоже не могу зайти в систему. И я уже думаю, все, мой канал удалили. Всем пока-пока. Ну вот что сегодня произошло. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.